Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Кружево и блеск – два главных тренда сезона. Если вы думали, что кружево и блеск относятся только к одежде, то сегодня мы с вами выбираем кружевные блестящие балетки для наших ножек. Лера, и как приятно, что эта новинка, премьера появилась в этом часе и со скидкой — балетки Габриэла. У нас есть размеры от 36 до 41. Знакомьтесь с цветами, рекомендую записывать. У нас 8 цветов на выбор. Ой, шикарные цвета совершенно. Тут не записывать, тут брать надо быстро. Черный непременно. Ночь черный вечерний какая. Вариант. Оля, представь, вот сейчас начнутся выпускные свадьбы. Начнем снимать туфли на каблуках, которых устали. Что надеть? Черные в этом смысле универсальные. Да, следующий цвет. Посмотрите, какой мягкий бежевый. Прям буквально под цвет ножки, цвет кожи. Это идеальная пара. Вот действительно, на сменку взять на любой случай. Бежевый цвет. Записали? Следуем дальше. Дальше мята, посмотрите, нежнейшая совершенно мята. Очень, кстати, подходит к твоей блузе. Оль, я прям... бы на твоем месте вот так призадумалась. Слушай, надо не думать, а уже брать. Мне нравится. Причем мне нравится, что у нас стразы именно под цвет выбраны, цвет в цвет. Это, кстати, очень приятно. Следующий цвет — это темно-синий. Причем, посмотри, вот тут мерцает, да? Ой, синий вообще роскошный совершенно. Знаешь, пожалуй, поспорят с черными, вот, да? Вот такой вот роскоши. Но это еще не все. У нас есть с вами еще яркие цвета. Давайте на них тоже смотреть. Потому что вообще, конечно, балетки чем хороши? Их может быть две пары, три пары. Балетки всегда выглядят ярко, балетки выглядят всегда женственно. И совершенно под разные случаи подходят. Ну что, давайте посмотрим еще, что у нас с вами есть. У нас с вами есть еще цвета, например, у нас есть цвет, который называется, вот он, это мята, это выбор нашей Жени. Она сегодня, кстати, у нас все в этом цвете молодец. Правильно. Ну что ж, мятный цвет также у нас есть на Лече, но это не все. Мы сейчас с вами познакомились только с первой четверкой балеток Габриэла. У нас есть еще 4 цвета. Давайте мы их увидим с вами и будем выбирать. Ну что, у нас с вами есть еще яркий желтый цвет. У нас с вами есть еще совершенно шикарный бронзовый оттенок. У нас с вами есть белоснежные балетки. Вот они, смотрите, вот он желтый, вот она бронза, шикарная, вообще, правда? Вот прям вообще класс. Я, нравится. Кстати, вот бронзовый думаю, мне кажется, все-таки я бронзовый возьму, тоже нравятся они мне. Очень вот красивые. Они белые, смотрите, белые такие буквально вырезанные, да, кружевные. Ну и еще, посмотрите, у нас есть розовые. Розовые вообще умопомрачительный, карамельный такой вот розовый цвет, очень вкусный. Отлично подойдет, например, кстати, девчонкам вот сейчас в школу, на выпускные, на линейке, обратите на них тоже внимание. Давайте выберем ваш размер сейчас этих балеточек. Смотрите, если ножка узкая, если четко размерный ряд, берете размер в размер. Если есть полнота достаточная в ноге, если размеры половинчатые, берите в сторону большего. Вот так, легко и просто определяйтесь с размером и забирайте балетки Габриэла. Смотрятся они очень нежно на ножке. Мне очень нравится, что ножка выглядит аккуратной, и при этом вот эти искриночки, вот эти стразы, они прям дают такую живость, игривость вашему образу. Есть размеры до 41-го, берите на размер больше, успевайте оформить свой заказ. Ну а самое важное, что это балетки, которые будут сопровождать вас всегда и везде. Лер, вот с юбкой сейчас мы видим на нашей Женечке, смотрится красиво, ножка смотрится привлекательно, а с брюками? Вот на мой вопрос сразу появилась Марина и дала свой ответ. Слушай, ну шикарный образ получается и с брюками, смотри, элегантный, стильный, потрясающий абсолютно. Мне очень нравится такое решение, обратите на него внимание. Я думаю, что очень многим женщинам, которые предпочитают классический стиль, подойдут именно вот такие варианты. По сути, это ведь не совсем классические балетки, да, это такой эффект лоферов все-таки. То есть обувь более закрытая, да, форма немножечко другая. И что это нам с вами дает? Это нам возможность дает носить их, например, с классическим каким-то вариантом, может быть, жакета, может быть, тренча, как делает Марина, может быть, даже с классическим образом на работу, почему бы и нет. Слушайте, идеально. То есть это не только на прогулку, да, это же еще и образ, который вы можете использовать и на работу, и на любую встречу, на любой выход. Вот как это часто бывает? Хочется иметь такую пару, которая просто
распрыгиваешь, не задумываясь, подходит она к вашему костюму, не подходит, балетки Габриэла абсолютно точно подойдут. Ну вот я, кстати, могу вам рекомендовать свои бежевые, посмотрите, совершенно шикарные, почти под цвет кожи, действительно удлиняет ножку, если у вас, кстати, рост невысокий, обратите на них внимание. Но что могу сказать? Во-первых, действительно, четко в размер, если у вас попадание, если половинчатый, вот у меня 38,5, левая нога у меня, например, чуть поменьше, видите, я совершенно легко надеваю 39-е балетки, а вот правая нога у меня чуть-чуть побольше, и они мне вот здесь вот прям плотненько так, но тем не менее, очень комфортно сели, при этом подошли по подъему, посмотрите, и в одном, и во втором варианте. Седьмая полнота у меня это прям вот впритык обычно, семерка, вот в данном случае, как видите, абсолютно идеально, и есть еще свобода. Кстати, должна вам рассказать еще про один бонус, помимо красоты, мягкости и перфорации, кожаная стелька натуральная в наших балетках, поэтому ножки невероятно комфортно. Ну это что же может быть еще лучше? Конечно же, и невероятный блеск, это радует глаз, ну и, конечно, комфорт, удобство. Как раньше было, мы с вами, выбирая красивую обувь, готовились к тому, ну, будет неудобно, ради красоты мы можем с вами и потерпеть. Ну, а если вы выбираете для себя балетки Габриэла, вы получаете и красоту, и комфорт. Ну, давайте я сначала покажу, как блестит красиво, переливается именно за счет страз. Ну, и при этом полный комфорт. Вы посмотрите, какое удобство. Ножки будет очень комфортно. Полюбуйтесь, как они хорошо гнутся. И это ваш правильный выбор. Набирайте наш номер телефона. Аккуратная вышивка, украшение стразами, мягкость, ажурность, легкость. Универсальное решение вашей балетки Габриэла. Набирайте наш номер телефона, подарите себе радость движения.